Всем привет! Иногда возникает необходимость написать какой-нибудь символ, например, значок евро, или значок торговой марки, или значок копирайта, или значок параграфа, неважно. И в этом уроке я вам покажу, как это делается. Такой более лайфхак способ – это мы включаем клавиатуру NumLock. Вот я выделил кружком клавишу, которую надо нажать. Дальше с зажатым Alt-ом по клавиатуре, по правой части клавиатуры мы нажимаем, печатаем 0136 код. И отпускаем Alt. Вот у нас появился значок евро. То есть с зажатым Alt-ом мы набираем 0136 и получаем значок евро. Далее, например, нам надо значок торговой марки. Опять зажимаем Alt, пишем 0153, отпускаем Alt. Видите, да, значок появился. Это код у нас 0153. Далее, значок параграфа. Зажимаем Alt и нажимаем 0167. Далее, значок копирайта. Зажимаем Alt и пишем 0169. Далее, значок знака качества. Зажимаем Alt и пишем 0174. Знак градуса. Зажимаем Alt и пишем 0176. В общем, второй способ, например, вы печатаете документ. Это как маленький такой лайфхак. Досмотрите видео до конца, я вам покажу еще более лучший способ. Например, вам в тексте, сейчас уберу эту картинку, вам в тексте нужно значок евро, сумма там в евро. Открываете Google, пишите значок евро, берете и копируете его. Левой кнопкой мыши копировать, копировать и вставить. Меняете размер, какой хотите. Также значок копирайта. Копирайт. Вот он, можете отсюда скопировать, копировать. Также вставляете. Есть еще более третий способ. Это нажимаете сочетание клавиш Windows плюс R или заходите через правой кнопкой мыши по меню пуск и параметры. Точнее, меню пуск и выполнить. Набираете char map, нажимаете ОК, и тут открывается у вас таблица с символами. Выбираете, например, шрифт Times New Roman и смотрите, какие кириллические Unicode символы он поддерживает. Например, вот знак качества. Два раза щелкайте по нему, нажимаете копировать, нажимаете вставить. И вот полный список, который он поддерживает. Так что можете здесь полазить, здесь куча символов, нужных и ненужных для вас. Вот значок минус плюс, вот как такой в Word сделать? Тяжело, никак. Два раза скопировали именно его, копировали, скопировали, здесь ставили. Делайте что хотите, увеличивайте шрифт и так далее. Надеюсь, мой урок вам был полезен. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал.